Всем привет, дрожайшие! Привет и приятного вам настроения, приятного просмотра. Я надеюсь, никаких графических, глюческих и каких-то других багов нету, и все записывается хорошо. Ртошка, помоги восстание побить. Я не знаю, уж куда тебя послать, чтобы ты отвял. Помоги восстание побить. Ну помоги восстание побить. Картош. Денег нет. Восстание побить. Нет, помоги. Денег. Да понятно, денег нет. Давай я заплачу 300 монет, а ты мне восстание побьешь. Ты следишь, да, за инками, которые воруют деньги? Ну я туда охотник на пиратов отправил. Отлично. Картошка, побей восстание, пожалуйста. Я тебе 200 монет кину. И копейки какие-то. Да картош. Какие-то копейки вообще. Картошка. Не деньги. Да картошка. Копейки, не деньги. У меня дипсвязи нет, БД нет, прохода войск нет. Вообще торговля у меня упала. Почему? Требуется, возвращай субсидии. В смысле? Мне верни торговлю. Давай. Проси, ты у меня должен просить. Давайте сейчас, давайте через, когда у меня горожане нормально. Они уже. Не, у меня 36 лояльность горожан. Нет, у тебя... А, ни хрена себе. Ясно. Ни хрена себе. Вот так. Блин, меня никто пропускает. Торговля жрется нормально, да, ты картошка? Ага, ты у меня начал жрать мою торговлю. Сволочь. Так-то. Лёва, слей военные очки. Да-да-да-да-да-да. Куда их? Константинополь. А, спинку ломят. Ой, сколько я что-то много слил, ну ладно. Вот можно было бы очки перекачивать из военных. Картошка, это было бы идеально. Витя, а что ты следишь за моей стороной? У меня такой вопрос. Картош. Че слежу? Ну, как бы переклацываю, попадается на твою страну, и сразу вот эта зелень в глаза. Бабах, 999. Просто боль. Помнишь, а так думаю, чем больше клацать на твою страну, может какую-то войду из тебя выдавлю. Нет, не надо. Византия, кликер. Хотя тут сейчас, конечно, такие фаталити происходят. На мин накликал, блин. Сейчас будет крупнейший. Беду накликал. На мин накликал. Я тут вообще никого не присоединяю, никого не захватываю, никуда не расширяюсь. Мне почему-то Рашка говорит то, что клиенты недовольны. По-моему, все хорошо. Ирландия, я тебя пилить, кстати, пошел. Ты видел, да? Нет. Ты все равно не сможешь. Я не смогу. Оккупирую упаковки в Америке все и все. Ага. Да где ты пошел? Не, пилить, я не вижу. Да не, нигде, нигде. Я только вижу то, что у меня восстание. Византийские? Да, византийские дворяне решили власть захватить. В Руанде, да. Ага. Мы всего 2 часа играем, а еще играют 3 часа. Блин. Почему вот я хочу построить домики? Да ладно, потрясающе. У меня везде прирост такой. Не хочу играть. 0-1, 0-2. И стали, докопилась военная усталость. Скинь за дипломатические очки, чё, проблема? Да. У меня... Катушка, поможешь, пожалуйста, восстание попить? Когда-нибудь... Да, мои войска уже эвакуируются. Вон, они в Копенгагене восстание будут бить. Ну, вон, Ньюфаундленд где. Если это Северная Америка, то побью. Да, это Северная Америка. Вон, захватили у меня. Дай проход войск. Давай. Блять. Тапка минус один, еее. Да. Куда идти? Бля, убить куда? Как называется еще провинция? Пласенсия. Вот Ньюфаундленд, моя столица. Туда идти? Медленно, да-да. Фабрикуются претензии. Они там стоят. А, надо плыть, не нужно плыть. Ладно, дойду. Нет, нужно плыть, картошка, не могу. Сори. Плыть это сложно для меня. Британские картохи начали мне приносить плоды.
Туда не надо плыть, там есть вон переход. А там Англия, Англия проходит. Слушай, жаб, скажи, пожалуйста, про себя больше. Чего-чего? Во сколько раз у них войско больше? А, Китай, сейчас я поздравляю, секунду. Ты аутист. Чего? Тошка, дай про потому... войско. Предоставь. Я имею в виду Нидерландам дай. Ну, пускай попросит, у меня все занято. Я воюю, сори. Почти да. В два раза. Войск нет. В смысле, уже? Так, с друзья, да. Секундочку помолчу. С кем? У нас через 5 лет перемирие с Пруссией кончается. С кем? Ой, ну прям вообще война. Будем что-то делать. С кем? С Пруссией? Ну с да. Ну, Австрия такие некрасивые стейки, все разные. Делать. Хотя можем что-нибудь продумать. И теперь у Австрии нету перемирия, она может тоже помочь. А она будет? Поговори с ней. Санько, перезаход. Да, иди в жопу, ты опять вылетел. В смысле? Да я не вылечу. Иди в жопу, ты постоянно вылетаешь. Ничего не случится с Геной, нормально. Да гопер за хуга. Иди в жопу. Это, Ребельсон, а когда он на материк залезет, ты придешь? Кто на материк залезет? Вон он на материк все придет. А, ну куда на материк придет, да. Я приду. Никита инвалид. А ты знаешь, что ты мог это автономию повышать? Нет, сложный я не прикол. Это столица мной повышать. Да. Эх, я перестал быть великим. В столице, понимаете, автономия, картошка, ты о чем? А, нет, блин, что за хрень с этими великими державами? Картошка, что за хрень? Помоги, пожалуйста. А Копенгаген мне срочно нужен, иначе я из великих вылечу. Картошка! Копенгаген! Картошка! Копенгаген! Я тебя убью когда-нибудь. Копенгаген. Вот будет время, я тебя убью, пойми. Ага. Что, ага, убью тебя. Негоже ты хозяин. Я обещал с восстанием помочь. Ты мне обещал Копенгаген вернуть. Быстро! Никит, продай мне Копенгаген. Сейчас вот он не подает мне восстание, продам. Потом, продай, кажется, я ты свой... потом ты свою страну продашь, мне кажется. Тебя продам. Я уже строю корабли для вот. Захвата Лондона. 580 пишет. О, да, ты строишь? А, Ребельсон, мне еще 50 карак, давай, строй. Так, а сейчас тебя строю. Вообще-то это ты, я думал, строишь их. Пожалуйста, восстание, восстание, пожалуйста. У меня накладка с этим. Никита, 1000 можешь бегать за ним. Так, друзья. Только проблем одновременно навалилось, пришлось обходить. Проход войск предоставить. Я думаю, тут было интересно. Жаб, поищи еще столько. Мне надо будет защищать мои колонии. Тебя колонии нет. Будешь на палочке, что ли? Вот сейчас захвачу Англию и буду. Митя. Да. Смотри мои ломашки традиции. Это стимул. Не хочешь с Англией повоевать? Хочу. Давай нападай, а мне колонии дашь какие-нибудь. Северной Америки. Но это потому, что ты открываешь земли, верно? Угу. А я здесь оккупирую просто. Вот теперь переставай открывать земли, не, по Никита, чуть-чуть. Никита отменяет. Да в смысле? Ну, проход войск лишний. И ты сможешь по чуть-чуть держать их на соточке. Ну, каждый Картошка. Раз, когда спадают. А тут еще наемников там наними. И чё? Ну, бегай. Ты дурак. Тебе самого армия есть. Вот. Надеюсь, сейчас 24 тысячи идут воевать. У меня эти 24 тысячи идут, но они туда не придут, у меня нету транспортников. Так возьми верхуду из картошки. А мне его эти не дают, колониальной автономии. Потому что отношения херовые, улучшай отношения, Никита. Ну да. Минус 20 они не хотят мне давать. Ну сейчас будем улучшать сидеть. Как тёлки прям. User joined your channel. Никита, тогда. Заткнись. Говоришь. Заткнись. Блин, котяра залез под диван. Каким-то чудом пробрался. И сейчас оттуда, вот это вот там, я не знаю, что он там делает. Чё-то вы в Индии туда-сюда но гуляете это слышите. Постоянно. Задрали уже. Сейчас попробуем. Плавают, 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 плавают. Вон, мои пацаны сидят у себя в столице и нормально. Котяра. Никит, ну, когда Зимбрак с Франции разорвется, вот тогда я... Помоги мне восстание побить. Сейчас оно к тебе придет, надеюсь. Давай отсюда. Что ты там вырывался? Нет, что оно просто... Блин, хотя реально может. И убьет твою колонию нафиг. Ну ладно, сиди. Я на это надеюсь.
Иди ты. Чтоб ты сдох. И я тебя тоже люблю. Создам немного шума, чтобы меня услышали и освободили. Я обещал Астане помочь подавить. Никит, ну это грубо, согласись. Никит, верить картошке это... Это хуже, это еще хуже, чем верить этому Диме Луговцу, согласен. Ну, я вообще-то никогда никого не обманываю. Я помню, кому ты это рассказываешь. Типа такой, вот, когда Никита, я тебя последний раз честно говорю. И опять обманывает меня. Я тебе честно говорил, но пример, ты мне пример, приведи, когда я тебя обманул. Что, не можешь? Что? Поэтому просто, вот как с Пруссией было, допустим, пример. Пустые слова. Я не напал на Пруссию, я ее не кинул. Ага. Отвратительно. Ну и мразь же это Нидерланды. Ну и мразь же это картошка. Я тебя тоже люблю. Да. Заткнись. Да. Заткнись. Не знаю, сменить что ли религию на католичество. Да. Хорошая идея. Мне из-за тебя теперь приходится с вашими колониями отношения улучшать, это позор. Никита, зачем ты взял реформаторство? Я протестантство взял. А, вернулся в истинную веру. Его скоро назад вернут, не беспокойтесь. Да, по-моему. Мне один даун помогать не хочет, у меня бомбит сейчас. Попроси ацтеков, они тебе по-братски, как своим братьям по вере помогут. Там такой, и по разам, и по этой земле. Дышь, объявить войну, вот так вот будет прям. Ну, ацтеки, если объявят войну, они развалятся. Вообще-то ацтек, он же не картошка, он тебе поможет. А потом еще с картошки поможет. Этот такидок. Ацтеки не чудовище. Да, чудовище это Англия. Картошки. Да. Ребельсан. Центральная Америка. Чудовище. Ребельсан. Ты чудовище. Открой тебе секрет, барки из Ла-Манша можно в Балтику отправить. Я сейчас стану, короче, с тобой в одну пробку, чтобы все там армия подыхала. Зачем вы сотрудники поносите? А у меня в Балтике тоже не есть. И воруй еще зашли. У меня воруют просто везде. Хватит воровать деньги, воры. Картошка вообще, он такой, мразь прям. Чуть-чуть, на донышке их занять. Заткнись. У меня бомбит из-за тебя. Смешно, я реально держу наемников просто по лимиту. У меня нет доступных наемников больше. У меня наемников вообще нет. У меня еще 38 наемников есть. Хотя я все... Нет. Доступно. Россиянич, почему ты не хочешь пилить Персию, скажи мне? А зачем? Он забрал твою Бухару. Нет, он оставил Бухару. Нормально поделили Персию. Тобой нормально поделили, а ты что-то это артачишься, не хочешь. Фал, ты б знал, сколько мне людей всякого предлагали, я не могу воевать налево, направо. Ну, конкретно та война была выгодна для тебя просто по всем позициям. User joined your channel. С эфиопом все, и ты бы не воевал. Воевал бы с конечной Персией, которую... Ну... Слушай, Витя. Да. User joined your channel. А у тебя появлялись новые ТЦшки? User left your channel. Появлялись, у меня появлялись, кстати говоря. Новые ТЦ. Он сейчас ударит в провинцию Хаджон. У меня в Картагене появилось. Фал, штурмуй ей. Стой, остановись, штурмуй. Попробуй заштурмовать, ты успеешь. Отожми только паузу, чтобы он шел. Он на горы напорится. Ты можешь быстро заштурмовать. User joined your channel. Потому что он зачем-то убрал содержание. Вот, все, отлично, он дебашит в горы. Все, найс. Вот лучше, понимаю. А тебе зачем-то война это была? Перемирие. Бамс, я вижу эту битву. Вот. Ну, правда, Фал, ты все равно там не победишь, тебя слишком мало. А подкрепления нет. Ну, сейчас еще подходят там, хотя они будут идти долго. Вот именно. В этом дело. А у меня сапога нету. Ну, 15-го. Ну, короче, мин, он просто ГГ. Да, мин. Да, с ним так. Что? Я могу взять вообще, ну ладно. Ой, а что это за уаюти за эти крестьяне? В тапочках. В соломенной шляпе. Да. Изи 70 престижа. Сколько я получил? 11 дукат. Прикольно. Блин, меня призвали, я тоже хочу престиж. А то у меня защитника веры отобрал. Один даун.
А другой, да, он мне восстание не хочет бить, хотя обещал. Действительно. Какие у тебя надежные союзники. Очень. Это таком. Ну, лучше, чем их вообще нету, да? Или тебе стимул одному легче? Да, проще как. Слушай, Никита, ты полностью переехал в Америку? Нет. Ирландия, да. Копенгаген. Он полностью в Америке. О, слушай. Мне 500 монет кинули. За что? Просто так, Андрей. И кто-то там на заднем фоне бьет. Горячо. Гарри, ясно, чтобы не пугас. Никита. Можно эти кондотьеры будут у тебя вечно, Россия? Нет. Почему? Ну, если кинешь гифт на 200 монет, можно. Да почему? Ты шпионишь? Народ, я никто не хочет еще раз. Слышите, мы союзники. Ага. Что накидайте мне субсидий. Ну, блин, у меня вообще дипломатов нету. Мы союзники, я тебе, наверное, больше всех денег за войну кинул. Ты же ничего не кинул. Неправда. 25. Все. Я же больше всех за войну кинул. Так, да, потому что больше никто не кинул. Я понял, на чем. Ну, чисто теоретически-то. Ну да, все так. Я ухожу. Все, я заплатил, они посидят там. У нас три зеленые страны пилит одну коричневую. Коричневым будет плохо. Ой, все. Ну хоть не рыжую. Вообще, Цин, кстати, вот у нас запилите Ребельсона, потому что он рыжий. Цин в одной партии плохой, прям ужасный человек. Да, Ребельсон уже на очереди. Чё, Ребельсон на очереди? Китай говорит, запилите Ребельсона, тоже пошел. Похож на коричневого. То есть рыжий. Точно. Кто у нас еще коричневый? Больше никто. Вот Марокко коричневого цвета. И что случилось с Марокко? Меня не известно, пока не поздно. Ну, оставьте хоть кого-то коричневого. Финляндия останется. Нет. Жаб, прыгни, да, и посмотри на моей стране. Там уже 57%. Всем коричневым в жизни плохо. Да. Конго только живет еще. Слушай, Россия, ты хотя бы Пекин-то хоть не забирай, пожалуйста, а? Я там институт планирую брать. Ну вот потому я, собственно, и хотел бы Пекин. Жаба, надеюсь, ты этого не видел. Ну дай шанс. Да ты и так возьмешь институт, никто ничего тебе не сделает. До института. Mm-hmm. Да и после, скорее всего, тоже. Ты станешь... Ребят, что делать? У тебя восстание в два раза меньше, но ты его все равно не можешь побить. Один на один или засад, да? Ой, это была плохая идея. Там горы? Нет, угодья, нормально. Да, это была очень плохая идея. Пал, подходи из Сианя. О, боже, наконец-то будет полный фронт наших пушек в битве. Нет. Ясно. Не будет. Ясно, спасибо, Йохан, за то, что он не понимает, что надо пушки назад, пехоту вперед. Это ж так сложно. Это Йозеф. Теперь у нас почти одинаковый командир. Йозеф. Ой, перезаход. Тоже 3-6. Ага, да, похоже, перезаход. Да. Да. Никто не вылетел. По времени. Ямато вылетел. Он раз и мат, это да. Неужели? А что там, перезаход? Да. Как, не забыли выплатить займ, когда перезайдем? Мы что, из одного ямата перезаходим? Вы серьезно? Да, Василий. Уже все? Из аутиста ямата, который вылетает второй раз из-за того, что играет, это охуенно. Это провинчатая баллада, которая даже не независима. Картошка, ты это видел, кстати? Что это? Двух провинчатая, трех провинчатая вообще-то.
У меня почти в два раза больше армии, но я не могу... Хорошо, друзья. Вы видите, почему эта серия будет коротковатой. О, успех. Ага. Удачи всем. До следующей серии.